Всем привет, дорогие друзья, это канал Game World, с вами Артём, и мы начинаем прохождение игры Seven Days to Die. Ну как, прохождение выживания. Так, и поначалу нам надо пособирать всего. Мы появились в пустыне, я вижу рейдера, вроде как. По идее, это рейдер. Так, нам надо набрать по заданию, у нас тут есть задание, надо набрать травы и всего остального. Еда есть. Вон, я смотрю, город какой-то просто гигантский. Так. Нам надо сначала набрать себе ресурсов, но проблема будет... Ну, с едой проблемы, в принципе, не будет. Да? Да, вот с деревом проблемы будут. Так. Перышки. Ну, это пока так себе. Свинец. В принципе, игрушка очень интересная. Я давно хотел ее пройти. Смотрел много стримов различных... стримеров, ну, много кого пытался начать, но как-то вот все времени не было, и тут вот внезапно появилось время, и мне сразу же захотелось, блин, пусто, начать ее поснимать. Так, нам надо, во-первых, что у нас вообще в инвентаре есть? Ну, хлам всякий. Так, давайте-ка факелом. А, в принципе, разницы никакой, чем добывать дерево. Нам нужно дерево, камни и трава вроде, чтобы создать себе топор. Я только не помню, сколько дерева надо. Давайте сейчас немножко добудем. Так, да, стамина заканчивается быстро. Нам нужен топор вообще. Блин, вот по идее кулаком-то в камень лупить, да? По идее выпасть-то ничего не должно, кроме сломанных костей. О, мы даже железо нашли с углем. Круто. Так, все. Давайте-ка. Так, рецепты. Топорик. Чего нам не хватает? Нам нужно 5 древесины. 5 древесины. Замечательно. Да, как только создадим себе первый топор, в принципе, игра пойдет на лад. Так, еще один. Ну давай. Что-то древесина не падает. Во. Так, создаем себе. А! Блин, не то. Походу, камнями можно кидаться. Круто. Так, что нам не хватает? Ты сейчас... Два. А, камня не хватает. Я думаю, что не хватает-то? Ну, блин, вот да. Кулаком пока добывается тяжко. Вот так, давайте, кстати, его отметим. Стоп. Отметим его как в избранное. Вот это в избранное. Лестницы, фреймы. Лук. Так, поехали. При первом топоре сразу же у нас все заиграет, как говорится, новыми красками. Так, факел мы пока оставим. Все, погнали. Во, сразу же. И дерево появляется. И камень сейчас будем добывать. Так, нам надо еще травы себе насобирать. Нам нужен спальник. Да, с деревом тут сейчас будут вначале проблемы. Но, само собой, это самое первое развитие. Поэтому в самом начале всегда проблемы. Так, волокна. По 3 юки падает с одного кактуса, это, в принципе, хорошо. Мы начали в пустыне, и у нас будут проблемы с жарой. Да, скорее всего. И проблемы с водой. Но так как из юки можно будет делать сок, поэтому с жаром мы будем бороться легко. Но вот проблемы начнутся с этого. Ой, с зомбаками проблемы начнутся. Жесткие. Слушайте, что-то я появился в каком-то крутом... О, 4 наконечника стрелы. Я появился в каком-то крутом месте. Тут сразу дом. Несколько домов. Сейчас мы лутанем. Ну, конечно, я не надеюсь там на шикарный лут. Потому что, ну что может быть шикарно? О, стамина кончилась. Замечательно. Так, давай, давай, давай. Пофиг. И без стамины пока побегаем. Да, топор уже, кстати, чинить надо. Так. Я смотрю, тут кактусы, шипы.
Блин, а у нас... Я что-то слышу. Нам вообще по-хорошему бы дубинку сделать. Костер? Серьезно? О, рабочий. Давайте его заберем. Сможем мы его забрать хоть? Нет, походу так не прокатит. Так, нам надо создать себе, значит, дубину деревянную на первое время, чтобы хоть как-то отбиваться от этих зомбаков. Так, потом нам бы создать лук, но смысла нет его создавать, поэтому создадим спальник. Потому что у нас все равно нету этого. Кстати, кожа. У нас нету стрел. Так что в луке как бы надобности такой сильной нету. Ну, домик такой хлипкий, прогоревший. О, картинка. Давайте заберем. Так, с шипами надо аккуратней. Так, бутерброд старый. Бумага. Пока да, будем все собирать. Пока я здесь никого не вижу. Так, нам бы... Пустая банка. Найти котелок, чтобы... Не котелок, а как он там называется-то. Так, сталь. Здесь что, больше ничего нет, что ли? Так, здесь тоже пусто. Надеюсь, в этом ящике будет что-то хорошее. Хотя у нас топор уже кирдык. Он по 10 уже сносит. Три трубки. Ну, это, кстати, трубки нам сейчас понадобятся. Для того, чтобы создать себе этот... печку. Точно. Просто видите стальной блок, да? Вот он меня напрягает. А, это просто стальная пластина. Так, там второй этаж. Вот откуда ты появился, а? Его ведь тут не было. Так, второй... Стоп. А, мы тут уже все облутали. Вот откуда он появился? Мы зашли, его тут не было. Так, ладно, фиг с ним. Нам надо создать себе еще один топорик. Где у нас тут дерево? Так, да. Да, легче из камня. А что нам? О, супер, нам камней не хватает. Так, тут нигде не валяется? Нет, не валяет. А, вот, валяются камни. Давайте пособираем их немного, чтобы легче было. Самое прекрасное, что тут трейдер близко. О, атлетика второго уровня. Замечательно. Сейчас мы полутаемся немножко камня. Сейчас у меня топор сломается. Вот, топор сломался. Замечательно. Давайте его починим. 24. Замечательно, еще хуже стал. Да, при починке становится все хуже и хуже. Но плюс того, что вон город. Да, шикарный город, там можно налутаться. Я вижу стройку. Многоэтажки какие-то. Так, сейчас мы наберем себе ресурсов. Плюс прокачаемся немного. Конечно, в принципе, если мы сейчас найдем какой-то крутой топор, он нам в принципе не нужен. Потому что, ну, мы не сможем его починить никак. Поэтому сначала надо подобывать немного ресурсов. Так, время уже 4 часа. О, стройинструменты теперь второго уровня. Замечательно. Так, все, хватит. Так, еще гнездо. Нам бы, по идее, живность нужна. Давайте посмотрим, осмотримся. Так, город я вижу. Там одно здание, пойдемте в него. Сначала тогда. А потом посмотрим, куда бы еще сходить. Стоп. Мы... Стоп, не взял. Мы, скорее всего, будем... Я не знаю, где мы будем строиться. Мы пока что в одной пустыне. В пустыне, в принципе... Тут бывают пустынные бури. Да, и поэтому... О, зомбак. Пойдемте, кому по башке дадим. Готов. Баньки. Все. Блин, пустые. Да, зомбаки тут, короче, очень пустые будут. Поэтому много лута-то мы с них не получим. Но самое главное это гнезда. Нам нужна сталь для того, чтобы создать себе наконечники стрел. Офигеть.
Так, это просто супер. Ножик. Так, свечку поставим сюда. Ножик это реально супер. Ножик это хорошо. Это, скорее всего, какой-то отель. Так, тут еще что-то есть. Может быть, первую ночь в нем и проживем. Медсестра. Ух ты, медсестричка. Из нее можно получить стакан. Но так как у меня самый-самый-самый-самый начальный уровень. Привет. О-хо-хо! Так, банка пустая. Ну как красиво-то, а? Один удар и... Это кто такой? Да, кстати, если зомби ударит по машине, она может взорваться. Это деталь от... Офигеть, это... я не помню, как этот инструмент называется. Но эта штука очень нужная. Если на нее только чертеж надо найти. Так, мы тут пока весь всякий хлам собираем. Ага, замечательно, у нас уже не хватает. У нас уже не хватает. Так, черника. Давайте. Ой-ой-ой-ой, тихо. Блин, у нас тут всякий хлам, в принципе. Вот это нам сейчас не нужно. Это мы влом. Так, это нам надо. Быстрее, быстрее, быстрее. Где дубинка? Ты кто? Да, зомби тут могут заражать. Гады. Еда, замечательно. Так, да, это, короче, какой-то отель. Нам бы на него, конечно, подняться, желательно. Так, вон я еще зомбаков вижу. Так, ладно, фиг с этим порохом. Это... А, это мы, фух, по мусору прошли. Я-то думал, что это за звуки. Так, гвозди нам не нужны. Это мы только выбросить можем. Это тоже влом. Так, ладно, это мы пока все оставим. Так, стекло нам нафиг не нужно. Так, тут вообще по воде как? Опа, я слышу змею. Пошли отсюда. Змеи здесь не очень дружелюбны. Так, ну я смотрю, тут мусора просто гигантская куча. Нам пока удается налутать немного себе нужных вещей. Так, стоп. Нам надо факел вместо черники. Сейчас на картах заберемся на крышу и, наверное, сделаем себе там этот место, где мы будем жить. Нам бы вообще ресурсов найти. Давайте полутаем, нам кожа нужна, да и дерево тоже. Так, тут ничего. Так, туалет. Да, в туалете говно. Забираем. Забираем кофе и селитра. Эй, ничего нету. Я слышу кого-то, но скорее всего это на улице. Так, тут... Опа, заметили. Да. Сдохните. Я ее убил? Серьезно? В темноте вообще ни черта не видно. Так, давайте лутаться. Пусто. Так, трубки и банки. Пусто. Здесь много всего, но нам нужно котелок найти. Блин. Потому что... Так, поиск добычи мы прокачали. Вода. Вода это хорошо. Так, тут ничего. О, еда. Вою налево, где ты? А, ты меня не видишь. Все, слава богу. Так, давайте выкинем монеты. Я слышу его, скорее всего, на втором этаже. Как он меня напугал-то, блин. Так, краска. Краска нам нафиг не нужна. Да, я поставил себе респаун лута, потому что я только начал играть. Блин, не на ту кнопку нажал. И поэтому...
Лут будет респауниться раз в 30 дней. Что-то я... Пойдемте-ка на крышу, а? Я просто что-то боюсь немного. Я слышу, там кто-то что-то долбит. Меня вроде пока не заметили. Надеюсь, меня не видно. Бежим, 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 бежим. Я надеюсь, что на крыше будет что-то интересное. Так, это что такое? А, семена хлопка. Нафиг нам семена хлопка-то? Так, тут... Нас заметили. Но непонятно кто. Все, меня не видно. Замечательно. Так, обыскиваем пока шкафы. Надеюсь, тут... Ну, блин, где котелок-то? Ё-моё. Так, это хлам. Опять. Так, это можно съесть. Тихо. Нас все равно не видят. Они где-то лупят, да, но непонятно где. Так, тут ничего. Опять банка. Есть! Кастрюлька, ура! Так, что нам надо? Давайте от тряпок разберем. Потом, если что, майка. Ну, это можно на себя одеть. Так, тут что? Опа, поиск добычи 4 уровень. Замечательно. Так, мы еще тут даже не смотрели. Все, да? Все посмотрели. Супер. Опа, книжная полка. Это что такое? Книга... О, пистолет. Супер. Все, теперь мы знаем рецепт пистолета. Нам осталось его только найти. Стоп, что это? Кожа? Почему? А подожди, а почему кожа падает? А это ткань. Стоп, давайте бумагу выкинем тогда. Кожа нам нужна. Там броню делать и все остальное. Конечно, рецептов пока у нас на броню нету. Их надо искать. Но это все впереди. Просто потом с кожей будет тяжко. Хотя у нас целый отель, мы тут можем его залутать весь. Так, нас там еще не видно, да? Блин, да ты издеваешься. Так, влом. Тебя влом. А создать новый еще надо. Да хватит. Выйдь-то уже. Достали они орать. Там телек вон даже висит. Из телеков вроде механические детали идут. Так, время уже 21:19. Сейчас начинается ночь. А вот ночью будет тяжко. Ну, ночью мы скрафтим себе, скорее всего, парочку ресурсов. Какие сможем. И все в этом духе. Нам сейчас на крышу бы забраться. Просто зомби ночью будут бегать. Так, это балкон, что ли? Давай, 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 лупи быстрей. Так, да, все, это... Вау, 1200. Так, я вижу город, заправку, и мне надо каким-то чудом отсюда свалить. Так, что у нас здесь? Кожа. О, ночь началась. Все. Да здравствует ночь. Так. Я хочу пока что... Стоп. Я знаю, что зомбаки хитрые. Мы, конечно, здесь ночевать не будем. Поэтому давайте-ка. По еде у нас что? Ну, по еде у нас все нормально. По здоровью состояние 100 из 200. То есть 200 здоровья это максимум. Давайте разместим спальник. Потихоньку начнем выполнять задания. Так, это было одно из 8. Кстати. Прокачаем немного дверь. Так, сделать каменный топор.
Так, давайте тогда этот влом сделаем из этого каменный топор. Сделать. Давай. Так, это можно пока что... Ладно, чернику мы оставим, да, это черника. Да, это семена черники. Плен мы выкинем. Так, это пока все оставим. Просто в инвентаре место нужно. Для того, чтобы сделать фреймы. Да. Давайте штучек 10. Ни черта не вижу. Такой звук, как будто из унитаза что-то слилось. Так, что у нас тут? Дерево, замечательно. Сейчас я просто хочу на крышу как-то залезть. Так, строй инструменты 3-го уровня. Я смотрю, нам надо создать себе штаны и всякую такую билиберду. Так, что-то мне мешает. Самое веселое, если меня сейчас зомбак скинет. О, какое прекрасное звездное небо. Да. Так, мы на крыше. Зомбаков я здесь не вижу. Да, небо, конечно, прекрасное. Так, здесь, короче, ни черта нету. Я зря сюда лез. Ну ладно, время уже 09. Скоро ночь-то пройдет. Так, что там есть что-нибудь? Меня вроде пока не видно. Ага, там лестница. Блин! Во, зомбаки-то активизировались. Ха, так факел странно. Черт, меня заметили. Ё-моё! Они прям рвут и мечут. Давайте-ка улучшим вот этот блок до 2-го уровня. Блин, я, конечно, не замечу, но эти звуки очень уж шумные. Давайте куда-нибудь вот сюда в угол отбежим. Если что, что... Ладно, фиг с ним. Так, нам надо создать из волокон одежду. Рецепты. Так, сделай штаны из волокон. Штаны из волокон сделать. Ботинки из волокон. Шлем. И вот это. Все из волокон. Так, а что нам выкинуть-то? Нам выкидывать нечего. Давайте пока влом. Ага, замечательно. Нам выкинуть нечего. Вот это ужас. Стоп, ладно, селитра нам пока не нужна. Вот это давайте оденем. Оденем. А, наручи еще из волокон. Так, давайте. Ну, это типа брони, что ли, на первое время. Так, а вот, наручи из волокон. Так, еды 75%. Так, это влом. Так. Все, мы выполнили задание и полностью оделись. Самодельная бомба? Ничего себе. Порох, боеприпасы и растительное волокно. Так, что дальше? Да, блин, скорее бы ночь уже прошла. А, так, сделать деревянную дубину. Да у меня вроде как бы есть деревянная... Стоп. А, вот она. Давайте ее влом и сделаем еще одну деревянную дубину. Так. Деревянная дубина. Вот она. Так, сделать. И в избранное ее поставим. Кузня, вот, кстати, в избранное поставим тоже. Так, деревянная дубина готова. Так, сделать деревянный лук, сделать стрелы, боеприпасы. Так, давайте-ка замастырим себе. Это что, арбалетный болт? Нет, арбалетные болты нам пока что не нужны. Нам нужен лук.
Ага, у нас еще и места-то нету, замечательно. Так, и нам нужны стрелы. 50? Каменных? Ну давайте, 50 каменных стрел. Так, ладно, тогда это влом. Это что такое? Стоп, я сказал, это влом, а не выкинуть. Так, где у нас лук? Теперь у нас есть лук, о-ля-ля. Так, фреймы тогда вот так вот, пока с факелом. Так, выбираем себе стрелы. Они у нас пока крафтятся. Да? Да, вот идет крафт во всю. Так, сделать... Так, кстати, там уже день. Сделать деревянный каркас. Разместить деревянный каркас. Улучшить деревянный каркас. А, это вот, деревянный каркас. Ладно, сделаем их побольше. Нам они все равно пригодятся. Сейчас стрелы докрафтятся. Так, что у нас тут? Стальная вышка и все. А что там наверху стальной вышки? Эй, не вижу отсюда. Ладно, ночь сейчас уже пройдет. Мы, скорее всего, пойдем либо... Вот я не знаю, куда пойдем. Либо... Так, это заправка. Мы пойдем либо к трейдеру, который вон там вроде находится. А нет, смотрите, там еще какой-то маленький город. Так, ну-ка. Так, либо... Ну, трейдер где-то был тут у нас. Это заправка, это город. Мы, скорее всего, в город сейчас пойдем. Нам бы каску себе найти с фонариком. Было бы замечательно. Так, что там у нас по крафту? Так, все, фреймы готовятся. Давайте разместим их, выполним задание. Так, их надо улучшить. Все. Задание выполнено. Так, теперь собери маленьких камней, 8 штук. И сделать из них костер. Все, день настал, валим отсюда. Стоп. А то я сейчас свалю отсюда куда-нибудь вниз. Стоп, валим. Валим. Сколько зомбаков-то нас спавнилось? Нам бы в самый вниз свалить побыстрее. Все, валим отсюда. Слава богу. Так, город, вон там. Пошли в город. Сейчас попадем в город. Наберем себе... Найдем, где будем дом строить. Прокачаемся немножко. Мы, в принципе, в атлетике сейчас качаемся. Оу-оу, кактусы. Это что такое? Кошелек? Так, ну вас я могу только на лом пустить. Эти деньги здесь, сразу говорю, роль не играет. Здесь играет роль только жетоны, которые я выкидываю. Потому что они мне пока не нужны. В инвентаре нет места. Замечательно. Так, стоп, а на что в инвентаре нет места? Ага, бумаги нет. Замечательно. Так, давай вот это тоже в лом. Так, о, стервятник. Из стервятников падают перья. Но так как я не сильно выкрутил лут, поиск лута, добычи, поэтому с гнезд у меня, в принципе, хорошо падают перья. Но самое ужасное во всем этом, это то, что я пока не нашел, где буду дом строить. Ты мне пока и строить-то его не из чего. Хотя мы, скорее всего... Так. Камень. Сталь. Ты издеваешься. Я... Дайте угадаю. Камень весь сыпется. Да. Весь камень нафиг сыпется. Так. Сделать костер. Ну, мы сейчас побольше камней налутаем, потому что нам надо сделать себе не только костер, но еще и этот... для топора, чтобы хватило, и да и для всего остального. Ну, давай быстрее. Так, этот, ремонт, чтобы хоть побыстрее немного лупил. И у нас уже второй день, через 5 будет атака зомбаков на нас, а нам даже прятаться негде. Так, у нас кончилось, кстати, у нас кончилось это, стаминка потихоньку заканчивается. Сейчас я дорублю тогда вот этот камень.
Стоп, давайте подождем, пока стаминка восполнится. И посмотрим, что у нас здесь из еды. Ну, в принципе, по еде у нас нормально. Еда есть. Так, нас складывать некуда. Ну, пусть пока здесь будет. Как дополнительный инвентарь. Мы селитру начали зачем-то подбирать. Так, инструмент добычи. Ладно, хватит. Нам надо быстрее в город залезть. Поставить там сундук, скинуть туда. Оу. Это что, пустынная буря, что ли? Ой, еще какой-то домик. Может быть, кстати, мы и будем жить вот в таком домике, да? Смотрите, какой шикарный домик двухэтажный. Вниз у него из камня. Слушайте, а в город будем чисто лутаться ходить. А давайте так и сделаем. Потому что в городе жить-то небезопасно. Ну, там зомбаков много. Так. Ох, ё-моё. Будешь знать, как на меня наезжать. Нам вообще, по идее... О, это еще кто? О, это наркоман. Тут и камень. Ой-ой, кактус. Так. Плюс 10 влом. Это выкинуть. Нам жарко. И у нас первый уровень. И тут вода есть. Пойдемте в воду зайдем. Влажность. Фух. Фиг с ним, что я намок. Мне просто очень жарко. У меня вон температура аж. А почему? Так, эти шмотки дают плюс 2. Оу, так. Ладно, сейчас мы немного остынем. А то мы тут зажаримся. Совсем прям зажаримся. Так, нам на минус нужна одежда. То, что я намок, это фигня. Так, стоп. Топорик. Блин, все еще закрыто. Я ни черта не вижу. Таблетки. О, кстати. Используем. Они здоровье он попал. О, у нас еды нет. Так, рубашка плюс 2, минус 5. Так, одеть. Да, пусть пока одежда валяется. Дом вот из камня, это хорошо. И зомбаков нету. Супер. Да, только вспомнишь. Что? Зомбаков нету, и тут они появляются. Сволочи. Так, медичка дает нам стакан. Так, ладно, тихо. Надо сделать первую вещь. Это поставить факел. Да твою налево, откуда ты-то взялась тут? Сдохни. Да ё-моё. Так, это влом. Тихо. Давайте поедим. Ты где там долбишься? Оу. Они нам сейчас дом разнесут. Надо что-то с ними делать. Отстреливать. Отстреливать. Да ё-моё, сколько вас тут, а? О, он ходит, блин, козел. Да блин. Надо, короче, лестницу, две лестницы снести, мы тут жить сможем. Спокойно, прямо. А будем бегать, лутаться в город. Так. Тут даже вон выход на крышу есть. Да, лестницу надо убрать. Блин. А ну-ка дай свою башку. Так. Чё это? Давайте-ка лестницу уберем, чтобы они на ней тут стоять не могли. Че это за хрень? Кто-то пытается запрыгнуть, но меня не видно пока. И это плюс. А то, что нижняя часть дома...
Медичка? Ну-ка. На, получай. Блин, я промазал. Готово. Надо им в голову попадать. Готово. Блин, еще живой? Черт. Да. Готов. Блин, промазал. На тебе. Так, у нас инструмент сломался. Нам надо его чинить. Потому что пока что у нас весь инвентарь забит, и нам как бы чинить это. Ломай, не ломай, все равно не получится. Так, давай, 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 давай. Зомби сами все разнесут. У нас уже второй день, да, и что-то как-то время летит быстро. Надо было в настройках поставить, чтобы день длился дольше. А то я что-то поставил, там вроде 30 минут. Так, это влом. Так. Медичка пустая. Атлетика, 4 уровень. Еще одна медичка. Дай мне стакан. Оу-оу, кто-то в доме. Дай мне стакан. Ё-моё. Как же вы меня достали-то? Блин, грёбаные зомбаки. Чё-то они респаунятся очень часто. О, задание. Эх, хрен с ним. Там типа по... Подожди. А, ну ладно, фиг с тобой, ломай. Тут-то никого нету. Да? Да, он внизу, все, пофиг на него. Так, лестницу надо снести. Так, нож у нас есть, в принципе, разделывать мы тушки будем, есть чем. Так что нам надо просто... Ой. Давайте, сейчас он труп сам вниз упадет. По идее, должен. Да. О. А тут туалет. Кстати, тут могут быть шмотки. Ух ты, нифига себе. Так. Вот это подарок. Стоп, давайте фреймы. Заберем их. Так, а здесь мы сделаем себе домик. Да ё-моё, да бери ты дубину. Я знаю, там сейчас вон кости падают, мясо. Мы это пока не собираем. Так. Мы даже тут еще не обыскивали ничего. Диван. Столько всего надо еще облутать, обыскать. Прокачаться. Так, ладно. Давайте-ка начнем с того... Оу, это что? Мне жарко? А, да мы сейчас... Надо что-то съесть. Давайте съедим. У нас еда кончается. Если нам жарко, у нас начинает заканчиваться... Так, кепка дает минус 5. Все нормально? Температура должна падать. Да, все. Вода нужна. Давайте воды попьем. Попьем воды. Еще, давай, пей, 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 пей. У нас 23. Надо, кстати, будет сейчас собрать. Как ты меня достал. Но вы сюда все равно не подниметесь. Так, нам надо скрафтить себе сундук. Самое главное. Где у нас дерево? У нас дерева нету. Блестящий, просто блеск. Так, это сюда, это сюда. Нам его ставить некуда. Так. Сейчас, погодите секундочку. Так, давайте-ка быстренько скинем все. Не, я просто все подряд скидываю, потом разберемся. Блин, сколько зомбаков-то. У вас что там, блин, карнавал, что ли, начался? Пошли, разберемся. Это орда! Да ё-моё! Ну не орда, а такая... А, у нас стрелы есть, точно. У нас есть стрелы.
Только стрел-то у нас всего 36. Ни хрена себе их тут. Ну это такой себе хороший лут будет. Так, одна готова. Главное бабку вынести. А я что-то, я в что-то врезался. А, это камень. Бабка готова. Так, блин, не на... Главное, ни во что не врезаться. Стрельба из лука повышена. Третий уровень. Нам бы сейчас прокачаться. Хорошо было бы. Остальных, я думаю, мы с дубины добьем. Блин, в плечо. Целишься такой в голову. Блин, кактус. А, красиво. Так. Готов. Блин, нам жарко. Ты еще ползешь тут, гад. Ползучий. Фух. Так, давайте лутанем их. Может, что-нибудь интересное принесут мне. Хотя... Нам вообще жарко. Они еще в доме остался. Да ё-моё, хватит. Так, стоп, давайте юки поедим. Съесть. Должно бы сейчас немножко полегчать. Ну, юка у нас, этот, температуру нам понижает. Да, жалко, что мы не начали в каком-то лесном биоме, в обычном. Так, о, перевязочка. Это хорошо. Так, а где остальные-то зомбаки? Я ж тут кучу вынес. Блин. Жалко, из вас стрелы собирать нельзя. Так. Пустые все. Да ё-моё, чё они все пустые-то? Да, это задание. Чувак, вот где ты? Скажи мне. Ни хрена себе. Тихо, я его не вижу. Где факел? Так, 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 вытащили. Да ё-моё! Наконец-то, готов. Так, пошли наверх. Нифига себе, я думал, я не запрыгну. Так, мы где-то факел тут оставили. Стоп, а где факел-то? Факел, ты где? Стоп, неужели я его выкинул случайно? А, нет, пф, вот он. Что-то я совсем уже забыл. Так. Берем факел. Я просто без факела тут вообще ни черта не вижу. Так, тут сейф. Нифига себе. Он мне... Зомбак мне тут сейф скрывал. 102 градуса. О-оу. Это плохо. Это реально плохо. Надо сейчас костер себе крафтить. Я сейчас помру. Ну, не от жары, там, голодать начну и все такое. Так, давайте факел. Может быть, сейчас найдем что-нибудь. Да, хотя, что мы можем найти в туалете? Так, спирт нашли. Пивасик. Пивасик нужен, чтобы быстрее бегать. Очки. Так, а здесь? Кепки. Так, сейчас, скорее всего... Вы переохлаждаетесь. Да я знаю, что я переохлаждаюсь, капитан очевидность. Так, надо выпить юки, красный чай, накидка из шкуры. Во-во-во. Из чего? Из шкуры? Так. Накидку надо сделать. Давайте. Нет. Так, взять. Взять. И давайте рецепты. Накидка. Бандана. Я не помню. Делаем бандану. Так. Стоп. Вроде вот из этого рецепты. Во-во-во, сделать. Все, сейчас все будет нормально. Так, где она? Так, дает... Она ничего... А, оглушение, да, одеваем. Так, у нас мясо есть. Замечательно просто. Ладно, пивас оставим, вдруг за нами
Где он? Пивас-то, блин. Вот. Вдруг за нами зомбаки побегут. Так, поэтому его давайте пока оставим. Так, шапку тоже оставим. Это очки. Очки что дают? Да, в принципе, ничего. Оденем. Так, рубашка плюс 2. Это нам не надо. Так, это мы пока скинем. Это тоже пока не надо. Это пока тоже все не надо. Так, стоп. Одеть. Так, сколько она минус дает? Минус 20. Все, сейчас все нормализуется. Так, забираем пока все вот это. Это нам пригодится. Мы тут, конечно, сделаем, переоборудуем все. О, 105. Надеюсь, температура падает. Температура ведь падает, да? Да, все нормально. Это что, белые шорты? Ну, белых шорт пока у нас нету. Так. Да, без каски, конечно, тяжко. Но мы сейчас пока соберем себе кожи, всякой фигни там. Блин, зомбаки внизу на нас нападать начнут. Это плохо. Так, нам надо себе сделать. Значит, поехали. Так, дерево. Камень, где камень? А, все, камень здесь. Так, рецепты. Вот, костер надо сделать. Фу. Так, все, костер готов. Размещаем костер, спальник. Так, костер мы сделаем себе, пожалуй... Да, давайте вот здесь разместим его. Спальник, пожалуй, поставлю где-нибудь вот тут. Разницы все равно нет. Так, в костер мы кидаем сразу же котелок. Все дерево, что у нас есть. Так, жареное мясо. У нас по еде что здесь? У нас мясо, яйца. Так, и все. Так, это нам сейчас пригодится. Это пригодится, это пригодится. Юка пригодится. Мы... Здесь нам только, считай, юка и будет нужна. Так. Рецепты. Вот. А, стоять. Банки. У нас же было куча... Вот, 24. Так. Серьезно? Тут юка делается... А, все ясно, юка делается так. 10, все. Не то. Так, вот здесь она делается. Все, юка нам поможет выжить. Так, пока давайте сделаем вот это. Одно. Что у нас тут? Мясо пожарить. О, кукурузка. Банка воды. Ага, ладно, сделаем еды. Мясо. Либо вареное мясо, либо такое. Для вареного вода нужна. Сделаем себе мясо. И давайте яичницу. На первое время такое сделаем себе. Ладно, я пока на этом закончу. Продолжим мы в следующей серии. Я, скорее всего, ночью полутаю вот здесь камни. Может быть, древесину где-нибудь найду. Вообще даже не знаю где. Поищу, полутаю, посмотрю. Обустрою слегка домик. Ну, прям вот слегка именно, да? То есть, вот ничего такого тут не появится нового. Так, факел здесь оставим. Немножко вот это вот надо убирать. Да. Все разберем, все уберем, все поставим. Окошки, я не знаю, замастырю, может быть, фиг его знает. Посмотрим. Ладно, на этом я пока что закончу. Продолжим уже в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.